Новое видео снял? Да. Клёво. Завтра будет много лайков. Что случилось? Что? 50 новых подписчиков. Неплохо. Хорошо. Мало. А ты думал, миллион будет? Они глупые. Не понимают твое творчество? Да. Бедный мальчик. Все, не буду снимать. Ты же хотел миллион подписчиков? Мне не надо. Зелен виноград. Почему он зеленый? Он красный. Я сейчас расскажу басню. Басня. Лиса и виноград. Написал Иван Андреевич Крылов. Голодная кума лиса залезла в сад. В нем винограду кисти рделись. У кумушки глаза и зубы разгорелись, а кисти сочные, как яхонты, горят. Лишь то беда, висят они высоко. Отколи как она к ним не зайдет, хоть видит око, да зуб не имет. Пробившись попусту час целый, пошла и говорит с досадою: ну что ж, на взгляд-то он хорош, да зелен, ягодки нет зрелой. Тот час оскомину набьешь. Ты похож на лису. Понял. Для тебя миллион подписчиков, как для лисы виноград. Хочется, но не может получить. Потому и говоришь, что тебе они не нужны. Что мне делать? Сними что-нибудь интересное, например, про лису и виноград. Вот. Классно.